Объект в здании. Осторожно, объект уже в лифте. Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give a shit. В рамках кинофестиваля экшн-фильмов «Астана» в этом году впервые проводится молодежный фестиваль «Артфест», где молодежь соревнуется в 4 номинациях: комиксы, видео, анимация и костюм супергероя. Героя. Нашего героя зовут Айдос. В чем его сила? Пока что, честно говоря, мы сами до конца не знаем, что он еще может. А у него есть подружка? У него подружка, я думаю, что у него должна быть подружка обязательно. И это должна быть самая красивая девушка Казахстана. И я думаю, вовремя поправился. И я думаю, что ваш образ, наверное, подошел бы, скорее всего, больше всего. Строили, наконец построили нашего супергероя Астаны. Я бы назвала его так очень ласково «Картон-бег», потому что он у нас такой очень хрупкий молодой человек с красными сосочками и 6, да, кубиками на прессе. Очень симпатичный, я думаю, вот такой вот легенький на подъем супергерой вполне сможет защитить нас от какой-то напасти. Так изменился. Сегодня я сама принимала непосредственное участие в одной из короткометражек. Мне очень лично все очень понравилось. Позвонил мой друг Гаврен, режиссер, и предложил роль, сказал: ну посмотри, если тебе понравится, если заинтересуешься, то я буду рад, если ты будешь сниматься. На самом деле так смешно, мы с ним за одной партой сидим. Кат! На самом деле счастливый случай, потому что очень трудно найти на самом деле профессиональную актрису здесь. И это, наверное, факт. Друзья, мы находимся на презентации группы компании «Базилевс». Только что мы узнали, что уже в августе выйдет весьма интересный анимационный проект «Замбезия». В январе следующего года мы увидим сказку «Снежная королева». У меня возникает один единственный вопрос. Тимур, когда вы все успеваете? Снова этот. Комедия рецидивисты, джентльмены удачи. Как будет не смешно?
7 числа стартуем в июль в Санкт-Петербурге. И, конечно, будем опять ставить все рекорды кинопроизводства. Мы натренированы, то есть есть целая команда, которая, в общем, легла на первых елках, во-вторых, вы наверняка знаете, что елки и первые, вторые снимались также летом, а выходили уже через 6 месяцев в прокат. Значит, у нас два персонажа казахских. Это профессор Касымбетов, и его играет человек, которого вы наверняка знаете, Тулип Берген Байсакалов. Шлем Александра Македонского мы заменили на доспехи Золотого воина. Будем работать вместе с Сергеем Безруковым, который, как никто другой, я не знаю такого актера, который способен разыграть эту замечательную историю раздвоения героя на две личности, на личность вора и замечательного доброго человека, который перевоспитывает преступников в своей истории. Я очень верю, что тот образ, который он создаст, будет также узнаваем и также привлекателен, как и тот замечательный персонаж, которого создал Леонов много лет назад. Мы хотим вам рассказать о мультимедийный проект, телевизионный мультимедийный под названием «Хромосапиенс». Одна проблема. Для сбора разведывательных данных они используют интернет. Они получили доступ, и они смотрят ролики интернет, и они думают, что то, что они там видят, это вот так мультимедийно. Соответственно, они пытаются это анализировать, повторять, и из этого возникают комические ситуации. What's that? It's like they put up videos on this thingy about hamsters and stuff. Kill it, you morons. Yeah, what he said. Let's check it out. Electric. Electric shock. Electric. Electric shock. 전 류들이 몸을 타고 흘러다녀. 기절할 듯 아슬아슬 찌릿찌릿. 춤 충분해. 네 사랑이 과분해. 격하게 날 아끼는 거다. 블랙홀처럼. Сегодня 8 часов вечера, уже дедлайн для сдачи работы. Мы видим, что некоторые из участников не готовы. Shock!